Нарьян-Марский аэропорт приобретет новый облик. Объединенный авиаотряд провел конкурс на выполнение работ по облицовке здания аэропорта. Участниками конкурсных процедур стали 5 строительных компаний, из которых 3 зарегистрированы в Архангельске и 2 в Ненецком округе. Победил представитель Поморья, компания «Ремстройкомплекс». Сумма контракта составила почти 34 миллиона рублей. Проектом предусмотрена облицовка здания аэропорта полированным керамогранитом. Это один из самых прочных и износостойких отделочных материалов. Он практически не подвержен износу, обладает низким водопоглощением и устойчивостью к резким перепадам температур воздуха и ультрафиолету. Керамогранит не теряет со временем первоначальный цвет. Кроме того, предполагается использование витражей и художественная подсветка здания. Еще одно новшество, ожидающее пассажиров, — перенос центрального входа в здание аэровокзала. Его сделают ближе к остановке общественного транспорта. Со стороны перрона к зданию аэропорта намечено пристроить дополнительный павильон, чтобы чемоданы и сумки не страдали от непогоды.